Включи озарение, наш дорогой зритель. И ты окажешься среди множества энергетических вихрей параллельных миров. В этом видеоролике все выглядит необычно. Небо, земля, солнце, луна и райские птицы, возникающие как бы ниоткуда. И странные, внушающие мистический ужас, причудливые существа, похожие на змей и насекомых. И страшные монстры в многослойном небе. И энергетические фигуры человекообразных сущностей. И сами люди. Некоторые из них как бы пропитаны целительным сиянием мироздания и радуются жизни. А другие, чьи организмы окутаны сгустками удушающей тьмы, страдают от болезней души и тела, уже почти не надеясь на спасение. Да, нелегко поверить в то, что все сказанное отнюдь не вымысел, не досужая фантазия, а проверенные на опыте факты. И что каждый, кто хочет растопить божественным светом свое оледеневающее сердце, чтобы защититься от сил вселенского зла, может сделать это сам. Так очнитесь же, друзья. Еще есть время. Слушайте за дня в день музыку озарения, где она создана нами специально для того, чтобы, очистившись с ее помощью, пробудив от сна разум и совесть, раздвинув границы сознания до размера Вселенной, человек стал здоровым и непобедимым.